Я сейчас дам вам игру, и мы начнем ее анализировать. И вдруг поймем, что все совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Игра будет такая. Где туда? Скамейка, на которой... 15. Вот в этой аудитории ряд — это 15 посадочных мест. Согласны? Отлично. Так вот, пусть есть 15 этих самых... В норме, ну, школьники приходят, садятся 15 человек, все хорошо. Представьте себе, что наши школьники не хотят сидеть рядом. То есть, через одного, пожалуйста, через два, пожалуйста, а вот рядом нельзя. Ну, играют, естественно, по очереди, там, один человек ставит фишку, другой ставит. Давайте сделаем просто. Я здесь вот, и мы, разумеется, начиная с маленьких чисел, проанализируем, как же... Ситуация обстоит. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Замечательно. Замечательно. Итак, если один, кто тогда выиграет? Если у нас есть только одно место. Первый. Первый, потому что займем это место и все. Это, конечно, позиция какая? Выигрышная. Замечательно. Если два. Смотрите, первый ставит на любое из мест фишку, но второй уже не может поставить фишку. Тоже ситуация. Так, а когда три? Центр, молодец. Тут уже важно поставить, если на край, то проиграешь. А в центр выигрываешь. А когда четыре? Проигрыш. Ну, давайте посмотрим. Когда 4, то на самом деле есть два варианта у первого. Или первый ставит свою фишку сюда, и тогда второй выигрывает. Или первый ставит свою фишку вот сюда. Согласны? И тогда второй все равно выигрывает. Слушайте, четверка – это проигрышная позиция. Хорошо? Хорошо. А если 5? Вот, ребят, если 5, то возникает следующая история. Можем сделать ход либо на край. Давай я все-таки там, для пятерки. Там, если в середине, то выигрышная позиция. Я для пятерки нарисую все варианты, как можно сходить. По сути, как можно сходить. Можно пойти сюда, и тогда у нас останется фактически игра на трех стульях. Можно пойти сюда, и тогда останется игра на двух. А можно пойти сюда, и тогда что будет? Выигрышный. Тогда останутся фактически вот этот стул и вот этот. Дошло? Так, давайте отбираться. Если первый игрок пошел сюда, то второй игрок отвечает сюда и выигрывает. Если первый пошел сюда, второй игрок, собственно, может туда же ответить на то же поле и тоже выиграть. А вот если первый игрок пошел в центр, то тогда что? Он выиграет. Тогда второй игрок идет или сюда, и в любом случае первый отвечает на другой край. Так что в результате кто выиграет? Первый. Отлично. Это опять выигрышная позиция. Ребята, есть ли среди вас кто-то, кто догадается, как заполнить огромное количество мест? Ведь в этой игре на самом деле можно в очень многих местах поставить букву В сразу. Да. Мне кажется, выигрышная. Нет, я не прошу вас догадываться до полного ответа. Ребята, здесь интереснее частичное продвижение задачи. Если позиция не четкая, то выиграется. Молодец, как? Надо в центр всегда. Все, придут. Молодец, в центр. Господа, огромное количество игр такого рода решаются при помощи того, что называется симметричная стратегия. Смотрите, что это в данном случае значит. Скажем, если у нас 7 мест,
И первый игрок, занял вот это место. Что тогда осталось? Фактически остались вот эти два места и эти два места. И они никак не связаны. Поэтому на любой ход второго игрока можно ответить центральным светличным. А если второй игрок пойдет сюда, то ответит центральным светличным сюда. Господа, я прохожу. И во все нечетные числа пишу что? Пишу букву В. И заметьте, стратегия для первого игрока в высшей степени простая. Он должен запомнить просто два правила. Первое. Когда начинаешь, иди в центр, в центральную клетку, в середину, да? То есть если 2 плюс 1, то иди в одну первую клетку. Отлично. А дальше, когда тебе второй игрок ответил, то отвечай ему центрально симметрично. Чтобы после каждого твоего хода позиция превращалась бы в себя. Потому что мою задачу вы решили. А я продолжу эту задачу. Для четных. И скажу так. А вот представьте себе, что мне интересно решить эту задачу для числа 20 и... Дальше уже будет совсем ужасно. Для числа 100. В чем принципиальное отличие числа 20 от числа 100? Числа перед для 20 и для 100 отличаются совершенно фантастически. Числа перед растут как геометрическая прогрессия. Поэтому для 20 это большое число, очень большое, а для 100 это невообразимо большое число. И, соответственно, никакое даже компьютерный перебор для числа 100 не позволит вам решить эту задачу. Вот это очень важно понимать. Для 20 можно пытаться что-то перебирать, а для 100 никаких шансов нет. И давайте поймем, что возникает в общем случае. Посмотрите, симметрии нет, потому что если вы делаете первый ход куда-то, вы не можете его сделать ровно в центре. То есть вы куда-то пошли. Какие вообще ходы ведут из позиции огня с воздухом? Если поставили в самый конец, то останется 98. Если поставили на второе место, останется 97. Если поставили в третье, то останется вот какая ситуация. 1,96. Согласны? Если поставить чуть дальше, то получится что? 2,95. Тут будет 3,94 и так далее. Проблема. Когда вы делаете ход, вы теперь должны выбрать, будете вы его делать туда, где 3 стула, или туда, где 94. Ребята, вполне серьезно, то есть мы в ситуации реальных фактических задач сталкиваемся с понятием «игра происходит на двух полях».